Ну а вчера мне моя говорит: ты когда уже найдешь нормальную работу, а то вечно сражаешься с каким-то говном, типа, подумай о семье, скоро сын Григорий пойдет в первый класс и все такое. Да скажи ей, пусть лучше не думает об этом, варит борщ и ждет тебя каждый вечер с раскинутыми объятиями. Смотри, что это там. Этот пидор крадет у нас генератор, держи его. Ха-ха-ха-ха-ха, вам меня не остановить. Оптимус Прайм, Спайдермен украл у нас генератор. Что, как это получилось? Нужно срочно вернуть этот генератор, он очень важен для нас. Ты Бамблби, ты, как там тебя, не помню, срочно идите верните эту парашу на место, а иначе сами сядете у параши. Ладушки, генерал Оптимус Прайм, мы все сделаем, и вообще-то меня зовут Алексей. Ну и где нам искать этого Спайдермена? Осмотри весь завод делдаков в чем-то белом, нам нужно проверить. Смотрите, как кто пришел, это же два гребня с планеты жопа. Все без шуток, Спайдермен, отдавай генератор. Нет, пидор, ответ. Оптимус Прайм, вам звонят. Да кто это, Оптимус? Ваша проба крови дала положительный результат, у вас СПИД.